Прошедшим летом Преамурье вздрогнуло, когда, свистя как самурайский меч в руках детины полусумасбродного, обрушился на нас ужасный смерч. Тогда, признаться, все перетрухали. Делов в тот день торнадо натворил. Деревья будто бабочки порхали, и шифер в небе реял и парил. Корреспонденты шлепали сюжеты о том, что с неба сыплется труха, что есть и разрушения, и жертвы, о том, что облажалась ЖКХ, и кто-то сделал вывод. Да ну что вы, низы не могут, не хотят верхи, и мы традиционно не готовы к нашествию осадков и стихий. Идут дожди, ливневки вон из строя, пришли морозы и кирдык котлам. Природа добавляет геморроя своим малейшим чихом тут и там. И вечно ни за что мы не в ответе. Ответственность наш брат в гробу видал. Возьмите хоть недавний шквальный ветер. Вот так сюрприз. Никто не ожидал. Нахраписто влетел без разрешения, и тополя взлетают косяком. И снова жертвы, снова разрушения, и крыши улетают целиком. Тот, кто виновен, парится не шибко, не нарушает тихий свой покой, не учится на собственных ошибках и на чужих не учится. На кой? Он даже не особо огорчится, не станет меж завалами сновать. Чтоб на ошибках собственных учиться, их надо за ошибки признавать. Аршином общим и портновским метром измерить Преамурье не возьмусь. Нам крышу сносит тут не только ветром, и в этом основная дрянь и гнусь. Народ дееспособный валом валит из области на вольные хлеба. Их ветром не иначе выдувает, а область супротив него слаба. И власть все рапортует, салютует, упрямо не желая сознавать, покуда ветер в головах лютует, людей отсюда будет выдувать. Ну, хватит на доклады бегать строем в гламурных модных розовых очках. Ребята, может, форточку прикроем? Довольно прозябать на сквозняках.